Из Сибири в Европу на полувековом Запорожце. Такой целью сдался амич Дмитрий Куликов. 5 лет назад мужчина сам пригнал в Омск Запорожец 1968 года выпуска из Черлакского района. С тех пор почти каждый день занимается его ремонтом и реставрацией. Выбрал для машины непривычную красно-белую расцветку, привел в порядок двигатель, самостоятельно перешил салон. Для этого пришлось осваивать швейное мастерство и заказывать оригинальную ткань. Самое трудное, говорит мастер, это поиск подходящих деталей. Выписывал их из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Калуги. Пока ретро-автомобиль не на ходу, впереди установка тормозной системы и сборка салона. Осталось вставить стекла и передние сиденья. Семья ждет, пока Дмитрий прокатит их на легенде советского автопрома. Если все-таки доделаю, если общественность меня поддержит, то есть планирую в социальных сетях там страничку завести, вести некий блог, в конечном итоге планирую отснять несколько сюжетов о уже путешествии, так скажем, автомобиля запорожца за границей. Если совсем уже смело, амбициозно говорить, было бы интересно отснять данный автомобиль, скажем, в Японии или в Германии. То есть, думаю, жителям этих стран было бы интересно посмотреть на наш советский автомобиль, как он себя чувствует в современное время.